Приветствую! Я Николай Довжанский, автор данного курса. Хочу вам выразить свою благодарность за то, что проявили интерес к данному курсу и приобрели его. Пройдя его, вы получите хороший технический фундамент для создания продающих видео, используя предлагаемые мною абсолютно бесплатные программы. Это даст вам быстрый старт при создании своего продающего видео и заложит хорошие основы для создания более сложных проектов. Давайте посмотрим, какой проект у нас получится после прохождения данного курса. Неплохо, правда? Из чего состоит курс? Он состоит из 8 блоков. Два из них, один ознакомительный, который вы сейчас смотрите, и блок с подведением итогов и подсказками по стратегии дальнейшего развития ваших навыков. Остальные 6 блоков – это чистая практика. В блоке номер 2 мы поговорим с вами о планировании вашего будущего ролика. Здесь мы рассмотрим простые, но эффективные шаги создания плана для вашего видео. Блок номер 3 поможет нам определиться с программами, необходимыми для работы. В блоке номер 4 мы сразу начнем с создания визуальных эффектов, которые мы будем очень часто использовать. Пятый блок поможет создать визуальное отображение вашего цифрового продукта. Будь то PDF-книга, диск с аудио, видео или коробка с продуктом, неважно. Мы изучим принцип, по которому мы будем создавать визуальное отображение вашего продукта. В шестом блоке мы приступаем к анимации всего созданного в предыдущих уроках. Это самый объемный и информативный раздел, поэтому изучайте его внимательно. Седьмой блок показывает, как собрать получившиеся анимации в один единый ролик, как этот ролик визуально улучшить и придать ему, так сказать, продаваемый вид. О восьмом блоке мы уже говорили, но все же напомню. Здесь мы говорим о стратегии дальнейших действий и подводим итоги. Думаю, теперь все предельно ясно. Так что открываем первый урок первого блока и начинаем изучать тему. Спасибо за внимание, приятного обучения!